Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов Asymmetric Deviation System. Данная стратегия, с одной стороны, включает в себя стандартные индикаторы, но с другой эти же индикаторы используют новый алгоритм работы, что позволяет получать качественные сигналы с экспирации, составляющие всего одну свечу от таймфрейма M1 и три свечи от всех других таймфреймов. Устанавливаются индикаторы стандартно в терминал MetaTrader 4. Настройки индикаторов остаются по умолчанию. Подробную инструкцию по установке индикаторов в терминал MetaTrader 4 можно найти в видео прямо в данной статье. А мы же перейдем на реальный график и рассмотрим правила торговли по данной стратегии. Так как наш основной индикатор очень похож на индикатор Bollinger Bands, то и правила торговли будут очень схожими. И также хочется отметить, что способов торговли по данной стратегии не один, а целых два. Первый способ подразумевает, чтобы цена пробила границы основного индикатора на графике в одну из сторон. И для опциона Call это должна быть нижняя граница, а для опциона Put верхняя граница. Причем не обязательно, чтобы цена закрывалась выше или ниже границы. Достаточно будет обычного пересечения. Что касается нижнего индикатора, то для опциона Call он должен быть ниже уровня 1, а для опциона Put выше уровня минус 1. И совмещая данные показатели индикаторов, у нас получается первый способ для торговли по данной стратегии. Второй способ торговли подразумевает пробой среднего уровня индикатора на графике. Причем подвальный индикатор должен также пробивать свой средний уровень. Но в отличие от первого способа, здесь важно дожидаться закрытия свечи выше или ниже уровня в зависимости от пробития. И соответственно для опциона Call цена должна пробить уровень снизу вверх и закрыться выше уровня. А для опциона Put пробитие должно быть сверху вниз. Это были все правила торговли по данной стратегии. А теперь давайте попробуем совершить реальные сделки на реальном счету с помощью и первого способа, и второго. И посмотрим, что из этого выйдет.
По итогу было совершено 4 сделки и использовались как первый вариант, так и второй вариант торговли по данной стратегии. Однако не стоит забывать, что для более высоких таймфреймов можно использовать более долгую экспирацию, что скорее всего улучшит торговлю. И также не забывайте тестировать все стратегии и индикаторы на демо-счету и только потом переходить на реальный счет. Если данное видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить обзоры интересных стратегий и индикаторов, а также других тем. Удачной торговли!